Всем привет! Продолжаем проходить операцию Flashpoint. Сегодня у нас миссия на полигоне. Проходим кампанию за сопротивление. Вот, 55-ки появились. The question is, where to launch the first assault? Liponi, the capital? Or maybe we should just go right ahead and take Moscow and have done with it. Moscow? I don't understand. Yeah, I noticed. Look, if we take these junk heaps anywhere near the town or airport, we'll survive maybe 30 seconds. We're talking like we're an army. We're just a bunch of guys on the run of luck. So, what's your plan? We have some tanks, guns, and ammo. We should use them to get more. What's our status personnel-wise? The rest of the new reinforcements have arrived. We could put together a couple of large teams and maybe three other small ones. Okay, we've got those grenade launchers, right? Five, maybe six. We'll attack Moldrava. That's their northernmost base. And we should be able to seize the area before they get any reinforcements there. The infantry team will go first. They'll take grenade launchers and sneak through the forest. The armored team can open up the attack with their tanks, and once they've stirred things up, the infantry guys will be able to bombard the base with grenades. Good plan. I know. Неплохой план, я знаю. Бля. Так, на полигоне. Цель миссии — захватить импровизированную базу рядом с Модравой. Первыми в бой вступят танки, которые выдвигаются по дороге от села Макропсы. Уничтожьте блокпост, выжить не должен никто. Захватите вражескую базу и удерживайте ее любой ценой. Партизаны с гранатометами засели в холмах к северу и к востоку. После получения сигнала они начнут обстрел базы, после чего возьмут в руки автоматы и присоединятся к бою. Теперь есть толпы новобранцев и несколько танков. Отличный момент, чтобы собрать силы воедино и посмотреть, на что мы способны. Советская база в Матраве была создана достаточно недавно. Пока что они собирают большинство своих отрядов в городе, установили несколько палаток невдалеке. Похоже, что для пехоты. Мы завяжем бой с холма недалеко от Блудова. Хотя на нашем пути есть некоторые укрепления, они не будут большой помехой для танков. Так, у нас... Возьму, ну, СВД-ху возьму с собой. И будет РПГшка. РПГ. Реально, что ли? А нет РПГшки? Ну ладно. Да ёпта. Вот так. Ага. Ну и гранату пускай будет. Так, ПНВ, бинокль, пистолета нема. У остальных там все плюс-минус одинаково. В отряде у нас 10 человек. Так, ну чё, погнали. У нас есть пустая бэха. У нас есть 3,72-ки. Да, вообще хорошо. Т-72 Resistance. Четвертый, пятый, шестой. Сюда. Седьмой, восьмой, девятый. Сюда. А Бэха я не знаю, зачем нам. Это обычная БМП. Так, я сразу режим стрелка сделаю. Чё третий у нас, ой, десятый у нас будет делать, я без понятия. Так пойдет.
Ну ладно. Поехали. Так, всем построение сейчас сделаю. Построение у нас будет... Давай, не знаю. Цепи, что ли. Десятый потом подойдет. Что-то он долго едет как-то вообще. Так, Бэху вывели, а то у нее ПТУР. Это, кстати, БМП-2 была. УАЗ. Готов. Гранатометчик. Этого завалили. Я надеюсь, мин тут нет. Так, ну ладно. Сейчас сюда поставлю. А кто это? Куда-то делся. Где, кстати, десятый? А, он рядышком бежит. Молодец какой, не отстает. Ну-ка, подожди, это что такое? А, это УАЗ разбитый. Это мы как-то решили с гор, видать, зайти.
Где там ПМП-то? Они ведь по танку бахнули вдвоем. Ну, я бы их, кстати, увидел. Там она стоит. Так, ну чё, вызовем гранатометчиков. Чем мы там? У вас тут уперлись? Ну давай, разъезжайтесь, ёпты. Чё он не едет-то? Малый корабль какой-то. Херню какую-то там. Нормально их тут. Сейчас фугасы еще зарядим. Кто стреляет? Не понял. Твою мать. Сука. Появились, блядь, откуда не возьмись. От какой у нас? Девятый? Девятый, седьмой, на выход. Нечего там больше сидеть. Танк дерьмо ваш уже.
Так, о, это наши уже, да? Шестой тоже высаживайся. Ну, с потерями, конечно, но зато заехали мы в этот город. С первого раза даже. Так, ура, все прошло хорошо, порт теперь в наших руках. 72-ка, 2 БМП, 2-е, офицер БМП, гранатометчик, 4 пулеметчика, боец под ствольником, 9 солдат, 10 экипажей и 1 УАЗ. УАЗ, кстати, мы разнесли. И пятеро у нас потери. Вот. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забывайте оставлять комментарии. И увидимся на следующих видосах и стримах. Всем пока!